Здравствуйте! Сегодня я покажу вам заработок без подводных камней, комиссии и сомнительных дополнительных оплат. Заработок на проекте, который реально платит. Настоятельно рекомендую вам досмотреть данное видео до конца. Ведь в этом видео я научу вас зарабатывать очень хорошие деньги. И все, что для этого нужно будет сделать, это один раз верно настроить систему так, как я вам покажу. И потом просто наслаждаться процессом автозаработка и через месяц просто повторить процесс настроек, чтобы ваш заработок увеличился более чем в два раза с момента старта. Итак, давайте начнем. Я сейчас нахожусь на сайте облачных ферм. Кнопка для перехода на данный сайт по заработку будет размещена под видео. Нажмете на нее и попадете на данный сайт. Итак, давайте вкратце расскажу о данном сайте. Значит, зарабатывать мы будем на аренде данных ферм. Как видите, я арендовала все пять ферм. И каждый день в течение месяца мне поступает вот такая сумма. Я просто захожу и вывожу их себе на карту каждый день. Данные 5 ферм относятся к плантации 1. Всего плантации 4 и на каждой из них по 5 ферм разной мощности и разной доходности. Для вас, дорогие друзья, как и для меня, изначально доступна одна плантация и 5 ферм для аренды. После того, как эти фермы ежедневно и в течение 30 дней вам будут приносить по 9692 рубля, а это более 200 тысяч рублей в месяц, как приносят сейчас мне, вам для аренды будет доступна, как и мне сейчас, вторая плантация, состоящая еще из пяти ферм. Вот сейчас я на нее и переключусь. Вот смотрите, сейчас эти фермы я и буду арендовать. Вам же нужно будет арендовать изначально так, как и я делала, как только зашла в проект все пять ферм на плантации 1. Вот давайте опять переключусь и покажу. Итак, важный момент. Смотрите, здесь на каждой ферме в первом окошке выбираем именно среднее значение. Во втором аналогично тоже среднее значение и жмем на арендовать. Сейчас переключусь обратно, и вы посмотрите, что и на второй плантации нужно делать также аналогично. Смотрите, в первом окне выбираю среднее значение, во втором также. Но перед арендой давайте я сначала выведу деньги. Вот смотрите, 9692 рубля находятся в резерве. То есть заработок после аренды сначала попадает в резерв, и нам его нужно перевести на баланс для вывода средств. Для этого нажимаем на «Перевести средства». И видим, что деньги переведены на баланс. А ниже уже кнопка «Не перевести средства», а «Вывести средства». Нажимаем. Далее выбираем платежную систему. Я выберу карту банка. А ниже в окно вписываю номер своей банковской карты. Если вам удобнее выводить на электронный кошелек, то выберите в первом окне электронный кошелек а во второе окошко впишите номер своего кошелька и нажимаем на заказать вывод средств. Деньги выплачиваются без каких-либо комиссий. Нет никаких скрытых платежей и всякой ерунды. Проект платит и платит исправно. Единственное, за что вам нужно оплатить, это за аренду. Она совсем небольшая по сравнению с самим заработком. Итак, смотрите, деньги выплачены. Вот выплаты за остальные дни. Видите, ежедневно мне приходят от аренды 5 ферм на плантации 1 по 9692 рубля. Это более 200 тысяч рублей в месяц. Теперь мне доступна для аренды уже плантация 2 со своими 5 фермами, что я сейчас и буду делать. Для этого нажимаю на кнопку ⁇ Кабинет ⁇ И вот на второй плантации я буду арендовать все 5 ферм в порядке очереди. Вам же будет пока доступно 5 ферм на первой плантации. И заработок у вас будет 9692 рубля каждый день в течение месяца. И стоимость аренды у вас будет также небольшая. А после того, как вы выведете заработок от аренды 5 ферм на первой плантации, вам будет доступна вторая, как и мне сейчас. Итак, приступим. Напоминаю, что в первом и втором окне нужно выбрать среднее значение. После того, как выбрали, нажимаем на «Арендовать». Далее заполняем верно свои данные, потому как на них и будет аренда, и нажимаем вот тут. Далее в зависимости от выбранного вами способа оплаты заполняем данные. В моем случае это банковская карта, поэтому я ввожу ее данные и произвожу оплату за аренду. Вот видим, что осуществляется аренда. Сам процесс аренды не занимает много времени. Нужно просто немного подождать, пока система на наши данные присвоит аренду. И вот видим, что первая ферма успешно арендована. Вот написано и на балансе. У нас сумма 1148 рублей и мне доступна аренда следующей фермы. Сейчас я поставлю видео на паузу и вернусь после того, как арендую остальные четыре фермы. Итак, ставлю на паузу. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Вот я арендовала все фермы на плантации 2. Видите, что все фермы работают, и мой заработок за сегодня 12 тысяч 4 рубля. Вот эти деньги будут мне приходить ежедневно в течение 30 дней. То есть один раз арендовала фермы на месяц, и по 12 тысяч 4 рубля начисляется мне в день с 5 ферм. А в месяц это будет 360 тысяч рублей. Итак, давайте выведем деньги. Для этого сначала деньги нужно перевести с резерва на баланс. Нажимаем на перевести средства. Далее жмем на вывести средства. После чего выбираю карту банка. Ниже вписываю номер своей банковской карты. Вы можете выбрать и электронный кошелек. И нажимаю на заказать вывод средств. Видим, что выплата началась. Напоминаю, что нет никаких комиссий за вывод и скрытых платежей. Единственный платеж, и то он небольшой, это за аренду фирм, которые ежедневно будут вам приносить, как и мне, хорошую прибыль. Итак, видим, что деньги в размере 12 тысяч 4 рублей мне успешно выплачено. Вот смотрите, история выплат. Вот эта сумма 12 тысяч 4 рубля. А вот ниже то, что сегодня ранее выводила. 9692 рубля. Теперь давайте покажу вам счет моей карты в банке. Переключаюсь в онлайн банкинг. Вот смотрите, мой баланс карты. А вот ниже выплаты с проекта. Присоединяйтесь к отличному и простому заработку на аренде облачных ферм. До новых встреч!